Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Яковлева. Я предлагаю вам порисовать. А вот что мы будем сейчас рисовать, вы узнаете, отгадав загадку. По волнам дворец плывет, на себе людей везет. Что это такое? Да, конечно же, это кораблик. Послушайте стихотворение Самуила Яковлевича Маршака про кораблик. Плывет, плывет кораблик, кораблик золотой, везет, везет подарки, подарки нам с тобой. На палубе матросы свистят, снуют, спешат. На палубе матросы 14 мышат. Плывет, плывет кораблик на запад, на восток. Канаты паутинки, а парус лепесток. Ведет корабль утка, испытанный моряк. Земля, сказала утка, причаливайте, кряк. Ребята, скажите, из каких частей состоит кораблик? Конечно же, это палуба, парус, канаты. Еще флажок есть. Ребята, раз мы будем рисовать, нам нужно подготовить наши пальчики. Готовы? По реке плывет кораблик. Он плывет издалека. На кораблике 4 очень храбрых моряка. У них ушки на макушке, у них длинные хвосты. И страшны им только кошки и коты. Молодцы, ребята, вы теперь готовы рисовать. Но что же нам понадобится для того, чтобы сделать кораблик? Кораблик мы сегодня будем делать в смешанной технике. Мы будем и рисовать, и раскрашивать, и клеить. Для этого нам понадобится акварель и кисточка, водичка, лист формата А4, линеечка, чтобы сделать вот такие вот полоски из голубой цветной бумаги. Голубая цветная бумага. Полоски будем отрезать примерно 1,5 сантиметра. И будем резать не поперек, а вдоль, чтобы полоски получились длиннее, чем лист. Конечно, нам понадобится карандаш, чтобы это все сделать. Ножницы, чтобы отрезать. Восковый голубой карандаш. Клей, чтобы приклеить. Ну и, конечно, мы будем делать сам кораблик. Кораблик. Основа будет желтая у кораблика у нашего. Окошки иллюминатора будут голубенькие. Так как корабль у нас сделан из дерева, сделаем полосочки из коричневого фломастера. И, конечно же, нам нужна мачта. Вот такой вот парус. И, конечно же, флажок. Ну что, у нас все готово? Мы можем приступать к занятию.
Ребята, вот такой кораблик у меня получился. Он почти что настоящий. Тут и волны бегут возле кораблика, и ветер раздувает парус и флажок. А какие кораблики получились у вас? Обязательно присылайте свои работы. Ребята, вам понравилось это видео? Тогда ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А сейчас нам пора прощаться. Оставайтесь дома, занимайтесь с нами. И до новых встреч!